Я не знаю, что тут я могу нового вам показать. Вот у меня топовая лекция, да, как раз на моем канале, который я вам кинул сейчас, да, это 1800 просмотров. Причем половину из них она набрала с сентября с этого. Удивительно. Она посвящена как раз решению одной из задач первой лабораторной работы. Вот, значит, тут смотрим, мы открываем программу и пишем. Сейчас сделаю. Программа, ну, самая простая, да, в понимании программы, это родственные отношения. Ну, например, я могу своих родителей, например, да, взять в качестве примера. Галина является моим родителем, да. Меня маму зовут Галина, да. Также Александр. Ну, я буквой 1 назову. С маленькой буквы я пишу, потому что так короче говоря. То есть я могу написать в кавычках так вот, чтобы быть в рамках, ну, современного понятия этики, да. Но это не очень удобно. То есть вот эти конструкции, Евгений, там, Галина, Александр 1, это... Штука называется терм. По-английски терм — это элемент, являющийся элементом выражения в операции умножения. Ну, то есть, например, n умножить на d, например, да? Вот n и d — это умножение. Не совсем правильно, само умножение тоже является термом. То есть терм — это structure, я тут не переключается на русский сейчас. Structure denoting an object. Это Николай, Николаевич, не пей вода. Вот знаете, да, есть определения точные, есть определения понятные. Вот это понятное определение. Точное определение надо в учебниках смотреть, там задается перечень букв и тому подобное. Так вот, константа, Евгений, там, Александр и так далее, это... термы. А вот parent — это предикат. Вообще предикат — это переводится по-моему с греческого как свойство, и свойство в математике, в дискретной, которая логику изучает, под свойством понимается одноместный предикат. Ну, например, human secrets. То есть у нас вот один аргумент у него, да, получается. Так вот, одноаргументный предикат — это свойство. Я его сейчас сюда кину. Процент — это комментарий, да, вы, наверное, поняли уже. Parent Евгений, parent Александр 1 Евгений, parent Евгений София. Ну, тут я немножко... такой пример сделаю, не очень тоже этичный, ну ладно. Евгений, тоже София. Я потом исправлю, я просто хочу саму идею, да, то есть вот мою жену зовут Татьяна, да, получается. Но я могу ее через функцию вот, обозначить, то есть жена Евгения, Татьяна, да. Можно так оставить, можно заменить. Просто в одном случае будет одним способом вывод производиться, другим, в другом случае другим. Способом. Ну вот теперь можно, а, ну еще не можно, надо еще определить мужчин и женщин здесь, да? Так, woman, соответственно, Галина, надо точно все писать. Это я задаю теорию, забыл сказать. Woman, Евгений. Сапье, да, получается. Самих потом определим до конца. Мен. Александр 1. Нем. Нем, кстати, это, по-моему, по-китайски. А, нам по-китайски. Мужчина. Мен.
нельзя копировать никогда себе давать возможности. Александр 2. Игорь, я вот так сделал все. Я два брата, мы одного здесь вобью. Александр. Два. Там еще Андрей, ну ладно, без него обойдемся. Так, ман Александр, Евгений. Кого тут не забыл? Калина, ну. Да, она не забыла. Ну, теперь можно. Значит так, порог программы состоит из набора высказываний. Они все с друг с другом соединены неявной дизъюнкцией. Ну, это на самом деле не сильно нам важно сейчас. Если кто хочет с самой логикой познакомиться более глубоко, с методом резолюции, мы можем индивидуально встретиться и этим позаниматься. Да. Вот, здесь нас интересует выразить родственные отношения. Ну, например, то, что mother, значит, mother можно написать каким образом, что у нас есть некоторая женщина, да, она является мамой. Что эта штука, это обратная стрелка и читается как если. Так, значит, женщина это, в смысле, мать это женщина, да, woman. Большими буквами пишем переменную. Переменная тоже является термом, и в переменную можно подставить значение. Запятая новая, да, что у нас есть? Запятая. Это у нас and. И она является, эта женщина, она является матерью кого-либо. То есть подчерк это переменная. Но нам не важно здесь кто. Но вот обычно, когда мы программируем, мы здесь пытаемся все-таки функции, там, процедуры и тому подобные вещи реализовать достаточно в полном объеме. Это правило шуры-буры. Реализовать максимальное умозрительное обобщение. Ну, возникает фундаментальная задача, да? Вот вам нужно реализовать функцию или процедуру. Вот в каком объеме ее реализовывать? Для каких объектов? Это конкретно для тех объектов, которые в вашей программе, да? Либо, может быть, эту процедуру можно как-то более общую написать. Не обязательно более эффективно. Вот. И правило шуры-буры заключается в том, чтобы реализовывать на такое вот умозрительное, максимальное умозрительное обобщение. То есть, если вот мозг справляется еще с этой задачей, с ее абстрагированием, значит, все, вот это можно реализовывать. Но выше его выходить лучше не надо. Там уже математика начинается. Значит, чей? Чья, то есть она мама, да? Вот. Ну, пока на этом закончим. Вот теперь мы к этой теории, это у нас теория. Да, значит, это у нас факты. Забыл тоже сказать, это факты. И пролог этим фактам верит, то есть они всегда истинные. Это правило. Ну, пока одно правило напишу. Правило, значит, здесь интерпретация истинности заключается следующим образом. То есть этот mother, woman, who будет истинный, если будет истинно вот это выражение. Ну, то, что woman это woman. Ну, то есть woman в смысле переменная. Кстати, тоже не очень удачно обозначил. Ну, ладно, не буду от этого отходить. И она является родителем, ну, вот этого who. Теперь можно спросить, является ли Галина мамой меня, да? Ну и тут надо run запустить. False. Значит, где-то я тут неправильно запрограммировал. А, Галина. Значит, false. Пролог. Истинность, то есть он пытается доказать истинность некоторого утверждения, да, mother, Галина, Евгений. И вот если он не может это сделать, да, там есть две причины.
Первое, что оно ложно, он пишет false, и второе, он не может вывести. Но правда, в этом случае он зацикливается, как правило. Все равно false. 1.5. Галина. Parent. Parent. Woman. А, ну да. Это, кстати, к вопросу о тестировании программного обеспечения, да? А, ну man красным, потому что он нигде не используется. True. Значит, язык программирования реляционный. То есть, если кто SQL знает, SQL тоже реляционный язык. Правда, менее древний по сравнению с прологом. Пролог 72 год. Образовался стандарт. Я даже не помню, это начало 80-х, наверное. А SQL, первый стандарт SQL 89, потом SQL 92 появился. Ну, про 89 уже все забыли. 92, он на 85%. Собственно, это все остальные SQL. И вот можно несколько решений вывести. Ну, например, кому является Галина мамой? Он пишет Евгений, Александр II. То есть вот он вывел уже два решения, получается. Или кто мои родители? Я ху специально пишу на то, что... Смотрите, вот у нас есть два вида в английском языке вопросов. Общий вопрос. Ну, правда ли что, да? Вот первый как раз запрос Галина и Евгений. Правда ли что Евгений является сыном Галины, ну там, или Галина является мамой, да, на самом деле, то, что первое сказал, не совсем правильно. А второе, это уже это не общий, а конкретный вопрос, то есть кто, то есть who is mother of Евгений, да, получается. Вот, пожалуйста, это как раз представленный вопрос на языке пролог. Вот он пишет Галина, больше у меня мамы нету. Вот, можно продолжать дальше, там, например, сказать Grandma, например. Grandmother. Ну, не так, лучше мало. Здесь уже, кстати, умный хорошо подойдет. Grandma. Who. Можно несколькими способами здесь реализовать, очевидно, да? То есть сказать, что это woman и parent, parent. Ну, кстати, давайте я вам покажу еще один нюанс, который вы еще не воспринимаете. То есть она женщина, она является родителем некоторого Z. А этот Z является родителем Ху. Правильно? То есть женщина, являющая родителем родителя нашего Ху. Так, вот спросим. Чья бабушка Галина, да? Я тут все правильно написал? Нет, что-то неправильно тут. А, это mother. София, да. Вот моя дочь София, которая сейчас в Германии успешно наконец-то заброшена. И там очень хорошо. Вот, ну, можно, пользуясь вот этим, да, mother, заменить вот эту вот на mother. Она является матерью Z. Опять запускаем. А, Skeleton Variable, да. Это значит, что мы построили не совсем... Точнее, это не является ошибкой, но, скорее всего, логическая ошибка, потому что две переменные приобретают разные значения. А, да, в одном правиле переменная может иметь только одно значение. Между правилами вот эти переменные woman – это разные переменные. Они никак не соотносятся друг с другом. Опять все правильно. Вот я студентов терзаю, кто берет вот этот вариант лабораторной работы, я их заставляю реализовывать внучатого племянника. И вот на самом деле умозрительно даже определение очень трудно дать, кто такой. Ну это, понятно, пацан какой-то, да? А вот племянник, кому племянник там? То есть это по бабушкам смотреть надо или по родителям? Ну, это довольно
такая интересная задачка. Вот это первая лабораторная работа. То есть там заданы тексты. Можно, кстати, их сейчас открыть. И здесь у меня есть вот искусственный интеллект. Вот AES. Два PDF в нем. А, нет, это как раз она не содержит. Или содержит. Да, нет, вот она, лабораторная работа. Факты и правила. Здесь задание. Оформить. То есть вот есть на вербальной форме представленная задача, надо ее формализовать. То есть это вот фундамент вообще всего, что мы делаем сейчас. То есть, ну, я не имею в виду эти сами задачи, а задачи, они, как правило, строятся аналогично им. Я потом могу показать, кстати, пример даже. То есть флеш-собака, ровер-собака, бутси-кошка, стар-лошадь. Флеш черная, бутси-коричневая, ровер-рыжая, стар-белая. Домашнее животное, вот пошли правила, да, собака или кошка. Животное. Домашнее животное или лошадь. У Тома есть собака, не черного цвета. Значит, смотрите, здесь в чем загвоздка, да? Нам кажется, что собака это некий объект. А на самом деле собака это предикат, то есть быть собакой. То есть есть некоторые объекты, x, y, z. Так вот, да, под объектами здесь в качестве объектов выступает этот Flash, Rover, Bootsy, Star. Ну а также Том. Это владельцы собак, ну, владельцы животных, то есть, и Кейт. Это вот объекты, то есть, это термы, структуры, указывающие на объект. А быть собакой, быть кошкой, быть животным, быть какого-то цвета, то есть, быть собакой и кошкой – это свойства, ну, одноэлементные предикаты. А вот цвет животного, да, это уже получается двухаргументный предикат, то есть, что у нас там ровер рыжая, то есть цвет ровера, ну, в английском языке слова рыжий нет, насколько мне известно, там есть красный, red. Вот, и задав цвет именно таким вот образом, мы можем, например, сделать правило, что такое, например, темные животные. Там вот есть другая задача с этими, со слоном. То есть медведь и слон, или там серые и черные предметы являются темными. То есть здесь появляется термин, определяющий темный цвет. Очень такое интересное. То есть мы не можем говорить, ну, не, ну как это, в зависимости, правда, от постановки задачи. Это даже трудно как-то сказать. В общем, можем ли мы говорить о предметах, которые темные? Ну, наверное, можем. Как реально существующие объекты какие-то. Ну, в общем, вот, надо формализовать в виде теории вот эти утверждения и выполнить запросы. Есть тут с западлом интересные такие задачки. Я когда начал их, то есть это задачки Софьи Соломоновны были где-то найдены, еще нам были представлены. Вот. А вот есть задачка с яблоками. Мэр любит персики, мэр любит кукурузу. И вот там есть какого цвета фрукты, которые любят Бет и Мэри. То есть Мэри не любит желтые яблоки, но пролог вот в этот запрос, если там специальным образом здесь не мудрить, ну то есть оставаться, скажем, в рамке математического определения, то в ответ тут вываливаются желтые яблоки. И вот нужно подумать, что это значит и как можно изменить программу и надо ли, чтобы все-таки Мэри только желтые яблоки, только красные ела. Или нет? Мэри, если это кукуруза, и фрукт, если он красный, да. То есть желтые яблоки она не любит. Вот то, чем мы сейчас занимались, да. Эта задача, она интересна тем, что вы всегда можете проверить навскидку, правда ли пролог выводит или нет. То есть там, кто ваша бабушка, чья вы там мама там или так далее. И тому подобное. Я когда учился в политехе 91 по 96 год, я вот эту задачу выбрал, она такая более близкая к базе данных. И здесь ее можно обобщить, найти не через промежуточный только город, да, ну то есть тут нужно строить путешествие из одного города через третий, какой-то второй город через третий, а можно сделать через цепочку городов, не обращая внимания там на расписание. Тут это как бы не очень важно получается.
Ну, вот это первая лабораторная работа. Станислав Николаевич Васильев, да, мой руководитель, говорил, что на защитах диссертации запрещено задавать ряд вопросов диссертанту, в том числе, что такое модель. Но сам Бойко давал определение, что модель – это дружеский шарж на исследуемый объект. Почему шарж? Ну, например, можно представить, что вот художник, рисующий шаржи, у него задача стоит в том, чтобы черты характера конкретного человека художественно выразить в картинке. Ну, если человек, например, веселый, то у него там улыбка будет, и у него такое светящееся лицо. Если грустный, то там будет именно грустная какая-то физиономия изображена. Но, тем не менее, это шарж. То есть это не, на самом деле не тот объект, который мы реально изображаем, а его некоторая уже видоизмененная конструкция. Вот. А дружеский — это связано с тем, что такая конструкция должна быть удобна для обработки дальнейшей. То есть если мы матметодами пытаемся что-то исследовать, то мы, получается, вот это, в модель ее как-то абстрагируем, да, чтобы ее можно было там какими-то методами изучать, но может оказаться так, что эта модель очень сильно уходит от оригинального объекта, и мы уже на самом деле изучаем не оригинальный объект, а какой-то другой объект. Поэтому вот здесь дружеский, ну, никак нельзя отсюда убрать. Ну и вот, тут важно, когда эта лабораторная выполняется, внимательно смотреть на, значит, что является предикатом, ну, то есть обозначает истинность или ложность, да, некоторого утверждения, да, он не обязательно, оно будет атомарное утверждение, неделимое какое-то. Что является объектом, где здесь функция, ну, здесь функция здесь не встречается, по-моему, в этой лабораторной работе. Ну, как вот я там приводил пример с Wife. Как интерпретировать союз? Ну, например, я люблю кататься на коньках и лыжах. То есть мы, для нас это как бы понятно, да? С точки зрения математического представления мы должны были говорить так: я люблю кататься на коньках или лыжах. Вот. Но с другой стороны, мы не можем одновременно и коньки, и лыжи. Даже вот в первые два случая они как раз рассматривают вариант, когда я могу и коньки, и лыжи одновременно надеть, да? Вот. И получается, что здесь исключающее или, но в русском языке, насколько я помню, у нас простого нету. Есть словосочетание. То есть я катаюсь на коньках или лыжах, но не на них обоих вместе, да? Причем тут опять возникает вопрос, а если я вообще в данный момент не катаюсь на коньках, тогда первое утверждение истинно или нет? В общем, вот это все-таки вопрос такой, такие немного философские, как что представить. В общем, надо обращать на это внимание. Так, ну, это по первой лабе. Вторая лаба связана с обработкой рекурсивной списков. Значит, список – это последовательность каких-то элементов. В ИСО-прологии типы элементов не важны. То есть там могут находиться и списки, другие, да, в том числе и переменные, в том числе анонимные переменные, вот этот почерк, да, который у нас вначале встретился. Вот. То есть это такие структуры, которые являются перечислениями. Ну, тут мне немного тут из турбопролога, но это нам не нужно. У нас там будет курс про Visual Prolog. А может, и не будет его. Там вот это важно. Но я не рекомендую его сильно изучать. Хотя там у него есть интересные свои свойства. Вот. Он типизированный, там надо типы данных задавать, программу делить на секции и тому подобные вещи. Ну вот, что тут можно делать? Предположим, у нас есть список. Мы можем его представить в таком вот виде. Например, 2L. Да, тогда получается, что L... 2 это будет список с добавленной спереди двойкой в начале. Вот. Если мы унифицируем, здесь равенство — это унификация, сравнение двух структур. Там тоже отдельная лекция есть. Унифицируем вот такую структуру вот со списком. Причем списки и структура с любой стороны могут стоять. И здесь, в принципе, все что угодно может быть. Но если только Y это список, а X это какое-то значение.
ну, как элемент списка, в котором есть эта часть y, то тогда в x попадает элемент a, а в y попадает bc. То есть так мы список, мы его как бы не разрушаем, получается, а мы строим новое его представление. Вот. Можно вот таким вот образом унифицировать. То есть какие должны быть x. Вообще, что такое унификация? Это нам нужно найти подстановку в x в переменные каких-то значений, в том числе и другие переменные могут туда подставляться. Так, чтобы при подстановке, уже конкретно выполненной, структура с левой стороны и структура с правой стороны были одинаковые. Вот это унификация. Ну, она такое более-менее формальное определение. Там, правда, еще есть ограничение, что нету ни одного терма с одной стороны, которая бы входила в термы с другой стороны. Вот. Но пролог это не проверяет, поэтому у него могут возникать там интересные такие нюансы. Ну, кстати, тоже унификация, скажем, если у нас есть person от x. Причем здесь person, значит, с точки зрения синтаксиса прологу, вообще говоря, все равно, функция это или предикат. Я обычно говорю, что это некоторая структура просто. Просто если эта структура находится на внешнем уровне, она является предикатом. Если внутри предикатов, как аргументы, да, списков и тому подобных вещей, то она является функцией. А прологу все равно. Здесь вот происходит унификация переменной t и переменной x. То есть в x попадает John, а в t попадает AB, остаток от списка. Вот. Ну, это. То есть это основная, как сказать, основная операция. Первый самый простой пример — определить длину списка. То есть предикат, который связывает два терма, да. Скажем, 0 и пустой список. То есть пустой список, длина пустого списка равна 0. Давайте прям так и напишем. Вот это, наверное, the empty. Он всего один есть. То есть эти две скобки, да, вот эти две скобки, это константа такая, хитрая. The empty list is zero. Это так называемая declarative interpretation. Значит, интерпретация — это процесс представления одной модели на языке другой модели. Ну, например, мы хотим своим родным объяснить, как работает пролог. И вот мы говорим, что вот в первой строке, ну, в единственной в данном случае, написано, что длина пустого списка равна нулю. Это мы на русском языке, в принципе, то же самое представили. Список, если не пустой, да, но тогда мы можем его представить в таком виде, x, t, да. То есть отрезать у него один элемент, то есть хотя бы один элемент в нем есть. Чему будет его равна длина? Она будет равна n. Тебе нужно определить, как n, x и t связаны друг с другом. Ну, давайте сначала напишем, что мы хотим выразить, что length of a non-empty empty list is greater by one of its tail length. То есть длина не пустого списка на единицу больше, чем длина его хвоста. То есть, в принципе, мы даже на русском языке можем программировать, если сильно не выходить сюда рамки дозволенного. То есть это что получается, что пусть у нас m является длиной t, t это хвост списка, запятая, тогда n будет из, ну давайте равно пока напишем, побалуемся, что ли, m плюс 1, ctrl xs, consult buffer. Если вы svi пролог загрузите, то откроете редактор, и там те же самые клавиши работают. Ctrl-C, Ctrl-B. Ну да. Вот он говорит, что у вас переменная x встречается один раз.
Так, just a moment, please. А, вот здесь у меня не работает, ну ладно. Ну, хорошо, наверное, видно. При счете элементов нам вообще не важно, да, что там в голове стоит. Просто этот элемент там есть, нам можно поставить почерк. Так, про почерк еще забыл сказать, что это анонимная переменная. Мы не можем, то есть мы можем у нее поставить значение, но не можем узнать это значение. Потому что она нам не нужна. Если вдруг нам что-то нужно, тогда мы должны здесь нормальную переменную поставить. Это раз. Во-вторых, если вы, например, здесь несколько анонимных переменных поставил внутри правила, да, какое-то, то это разные переменные. То есть их не надо там обозначать там почерк 1, почерк 2, там, чтобы они имели разные значения, поэтому мы их спокойно тут используем. Ctrl-C, Ctrl-B, Console Buffer. Вот теперь делаем запрос. Чему равна у нас длина списка 1, 2, 3, 4. Ну, видите, что получилось? 0 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Потому что мы здесь над выражениями выполняли операции. Вот есть такая штука is называется. Is, что делает она? Значит, берет это выражение, которое находится с правой стороны. Причем оно только выражение только с правой стороны может находиться. И вычисляет его. То есть конкретно вычисляет. То есть в m какое-то есть значение, и мы к этому значению прибавляем единицу. Если m пустая, такое может быть тоже, то тогда мы значение вычислить не можем, то есть вычислить это выражение, и тогда возникает исключительная ситуация. Короче, если мы вычислили значение, то тогда возникает два варианта. Если n уже имеет значение, то тогда значение в n сравнивается с вычисленным значением. Если они равны, то тогда предикат is является истинным. Если не равны, то ложным. Если в n нету значения, то в n помещается результат вычисления. И is будет истинным. Ctrl-XS, Console Buffer. Ctrl-X, Ctrl-S — это запись в Emax по умолчанию. Видите, 4 получилось. Больше всего меня забавляет в прологе то, что мы можем выполнять вот такие вещи. То есть, реализовав программу в одну сторону, да, то есть, мы научили пролог находить длину списка. А теперь мы можем выполнить задачу в обратном направлении. Какой у нас должен быть список, чтобы длина этого списка была 4. Видите, он сказал, что... Вот, пожалуйста, вот у вас список из 4 анонимных переменных. Поставляйте туда, что хотите, но от этого длина не изменится. Здесь у меня ждет еще вариант решения. Значит, точка с запятой. Два варианта. Либо вы вот нажимаете, и вам решение больше не показывается. Либо точка с запятой. Это подать следующее решение. Да. А здесь у нас происходит зацикливание. С этим можно бороться там по-разному. То есть пролог отклоняется от метода резолюции в двух моментах. Первое. Это унификация без проверки вхождения терма, я не говорил там, потому что унификация без проверки вхождения терма выполняется со сложностью O от N, где N — это сложность структуры или структур унифицируемых. Если туда вхождение терма добавить, тогда она будет O от N в квадрате. И вот так получается, что большинство операций унификации человеком выполняется над термами, где проверять вхождение не надо. Для тех, кому нужно ближе быть к математике, соответственно, есть специальный предикат, называется Unify with Occurrence Check. То есть его можно использовать отдельно. Вот это первое. И второе. У пролога используется вариант стратегии, называемый SLD-резолюция. Она же называется линейная резолюция. Вот. Ну, правда, как любая другая резолюция, она не позволяет в случае, если ваша теорема или ваша формула не является теоремой, доказать, что она не является теоремой. То есть она этого не может. Если же формула является теоремой, то здесь может быть зацикливание, если вот мы одно решение уже нашли. Соответственно, найти следующее решение может быть невозможно. Ну, то есть она пытается найти какие-то, строить списки большей длины, например. И они не будут никогда соответствовать всем ограничениям. Либо программа написана просто некорректно.
Это другой пример, да? Сейчас буду мозг вам убивать жестоко. Ну, мы разберем, конечно, подробнее. Сейчас я маленько пододвину все-таки вот сюда. Быстрая сортировка. Quick sort. Сразу же, то есть я тут как бы начинал от печки, а здесь мы перейдем в самый-самый конец, уже когда вроде как все понятно, но будем разбирать его последовательно. Быстрая сортировка пустого списка. Получается пустой список. Я на тут комментарий не буду писать, а напишу вот, вот только такой комментарий. Значит, здесь у нас плюс, здесь минус. Значит, плюс означает, что в первый параметр мы должны передать, ну, по тому, как мы эту программу пишем, да, по тем правилам, которые мы программу пишем, какое-то конкретное значение, конкретизированное. По-английски это называется ground term, или основной терм. То есть терм, вообще говоря, неправильно я говорю, основной терм — это терм, состоящий только из функций констант. Ну, то есть у меня Евгений там есть, жена Евгения, да? Хотя можно сказать так, жена некоторого икса. То есть x — это переменная, и жена икса — это тоже будет терм, ну, согласно определению терма более формальному, что ли. Так вот, сюда нужно передавать, короче говоря, не пустое значение. Вот это плюс означает. А минус — это значит, что сюда мы должны передать переменную, в которой мы получим значение. Значит, никаких функций в прологе нет. То есть про них нужно здесь забыть, к сожалению. Точнее, не к сожалению, а может даже к радости. Значит, quick sort. То есть если список у нас не пустой, то мы, как обычно, можем оттуда голову отрезать. То есть xt. Ну, отрезать это образно. Здесь будет сортированный список, sorted list стоять в конечном счете. Что мы делаем дальше? Быстрая сортировка заключается в том, что хвост мы делим на два списка. В одном находятся элементы, которые меньше x, а в другом элементы, которые больше или равны x. Распределить на два списка. Div пускай называется. Ты уже часа. Значит, вот у нас есть список t, хвост, и x. Эти так, через пробел. Это входные параметры. И выходные параметры — это будет список с меньшим, с значениями меньшими x и со значениями большими или равными x. LG. Что мы делаем дальше? Мы их быстро сортируем. Быстро сортируем L. Получаем сортированный L. И быстро сортируем G. Получаем сортированный G. А, ну да. Как бы T, L, total. Дальнейшая наша задача состоит в том, чтобы добавить к списку SG. Нет. Точнее, нам нужно получить список TL. Каким образом? Чтобы сортированный список L шел в начале, потом за ним сортированный список G, а потом TL, а между ними еще X стоял бы. Вот этот X мы добавим вот сюда. То есть, смотрите, мы разделили T на два подсписка. Здесь элементы меньше, чем X, а в G элементы больше, чем X. И их потом отсортировали, получили соответствующие отсортированные списки. То есть этот отсортированный список, потом к нему добавляем x, который, что получается, больше любого элемента, который находится здесь. Соответственно, больше последнего элемента. Это я доказываю, да, программу. Очень интересный, кстати, момент. А здесь все, что больше или равно x. И, соответственно, x, он будет меньше или равен минимальному элементу, то есть тому, который стоит... Ну, я, может, оговорился. То есть x меньше или равен любому элементу, который в SG находится, потому что они больше его. Ну и больше или равны, то есть, если более строго. То есть понятно, да, что вот эта сцепка, она будет представлять собой упорядоченный список. И он будет у нас TL. Осталось запрограммировать div и up. Давайте сначала up сделаем. У нас трехаргументный. L1, sorry. То есть есть, смотрите, первый список у нас пустой, да? То результат будет совпадать со вторым списком. То есть пустой он, не пустой, нам тут не важно. Важно, что вот если первый пустой,
результат будет с первым, со вторым списком совпадать. Можно написать здесь вот так вот. L2, если L2 равно L1. Потом мы это все сокращаем, заменяем. Так как L2 равен L1, поэтому вместо него можем L1 поставить. Это все убрать отсюда. Теперь смотрим, если список первый не пустой, опять же, можем от него отрезать голову, так вот, хвост первого списка, второй список, так, второй список. Здесь я пока ничего не пишу, чтобы вас не запутать. Значит, нам нужно что сделать? Сначала T2 добавить к L2. То есть мы отрезали, грубо говоря, отрезали голову, да, от первого списка. У нас хвост остался. Теперь хвост добавляем слева к L2. Получаем T3. Но теперь результат, понятно, что список результирующий будет включать в себе T3, и спереди у него должен находиться X, очевидно. Мы теперь append сделали. Правда, не самый эффективный, но ладно. Я тут недавно узнал, наконец-то, как правильно программировать на проводке. Но у меня пока мозг не позволяет себе. Так, неважно, какой список, получаем два пустых списка. Я не буду сильно, да, объяснять первый, почему пустой список, почему вот здесь пустая переменная. Нам не нужно больше-меньше делать, точнее, нам не важно какое-то значение, просто мы из одного получаем два пустых списка. Теперь, если первый список не пустой, опять же, вот мы делим на голову хвост, теперь нам x нужен, реально. И здесь мы будем какой случай рассматривать? Так, не x, здесь будет y. Это разные вещи. Y у нас будет меньше, чем X. Тогда мы должны его добавить в список вот этого L, да, типа. Ну, пусть у нас будет какой-то список L. И мы к нему добавляем. Это разные. Вот это L и вот это L, это разное. Давайте мы даже напишем так. TL. Хвост списка L. И мы добавляем Y, потому что он меньше X. А TG сохраняется. Откуда берутся TL и TG? Мы просто занимаемся тем, что рекурсивно делим t по x. Так вот делаем. И получаем хвост t g. О. То есть мы t, это уже новый t, делим на два подсписка меньших и больших значений по отношению к x. Вот. И теперь нам нужно что-то с Y делать, который мы отрезали. Вот мы его добавляем спереди к TL. То есть добавление спереди выполняется элементарно. А вот добавление в конец, это вот довольно сложная проблема. Потому что это однонаправленные списки. Ну, я потом про них расскажу, в чем их такая хитрая особенность. И то же самое теперь нам нужно сделать для варианта, если... получается y больше или равен x. Вот, тогда мы добавлять его должны в другой список. То есть вот сюда. Добавляем мы y, а не x. С v. Как говорят хорваты. Syntax error. Точку забыл. Конец фразы, точка. Тоже. Фраза бывает трех типов. То есть факты, правила и запросы. Но запросы я вам тут еще не показывал, как они в программе пишутся. Мы их пишем здесь пока. Так, quick sort. Так, тут надо написать каким-нибудь случайным образом расположенное значение. Не сильно увлекаясь. И получаем список отсортированных значений. 5, 6, 7, 8, 9. Он пытается еще один найти, но не находит. Вот, видите, какая прелесть. Писали программу, и она с первого раза заработала. Пролог чем интересен, да? У него интересные свойства, в смысле, как феномен больше социальный, будем так говорить. На прологе проще научить программировать человека, который не умеет программировать, ну, на том же питоне, например. Если же человек вот является профессиональным программистом, там, на Яве, там, на C++ и тому подобное. Пролог — это просто какая-то для них мука изучить. Я как раз шел по этому пути и смог его освоить только с третьего раза. Причем нужно было именно прочитать книгу Ивана Братко.
язык программирования Prolog для искусственного интеллекта. И там как раз написано, каким образом вот из этих вот фраз строить прологовские вот эти вот конструкции, как мыслить, почему вот именно сначала пустой нужно вариант списка рассматривать, потом не пустой и варианты. Вот видите, у нас тут же вот получается вариант рассматривается для пустого списка, здесь уже не пустой. Но здесь у нас еще два подварианта есть, когда y меньше x, вот, и y больше или равен x. То есть таким образом четвертого варианта здесь не дано. Я, например, его не вижу. Это, кстати, вот это вот то, о чем я говорю, это называется полнота. Вот полнота – то, что мы рассмотрели все варианты. Ее можно исследовать там разными способами. Кстати, по-моему, в педуниверситете, там тоже кафедра алгебры была, да, и там вот именно четко учили вот это все. У нас в политехе тоже немного было. Это предикат, он называется отсечение. Он говорит о том, что здесь вот, если на вход поступил пустой список, да, получится пустой список, и других вариантов найти решение не существует. Ну, то есть, по факту мы здесь делаем функциональное отображение. То есть, функция является частным случаем отношений. Отношение является частным случаем Декартова произведения. Ну, кто учил математику на отлично, помнит. Я это изучил только тогда, когда диссертацию писал. Ну, вот так, короче говоря, сложилось. В общем. Значит, здесь вариант. Ну, что такое отсечение? Ну да, я же рассказал. В этом случае что получается? Что вот мы дошли до этого отсечения, и пытаясь... То есть, вот если бы здесь какие-то были еще предикаты, например, А, Б, С, да? В, например, и какой-то из них был бы ложный, то... Prolog бы не пытался бы использовать вот это вот второе правило для нахождения решения для пустого списка. Он бы сразу написал, что это ложь. Ну, это такой более точный. Но это на самом деле еще не все. Вот здесь можно было написать вот таким вот образом тоже. Восклицательный знак. Здесь вот восклицательный знак вот здесь. То есть здесь говорит о том, что мы имеем случай, где y меньше x, да? И сообщаем Prolog, что если вдруг вот этот div облажается, ну, будет ложный, да, то, соответственно, мы уже ничего сделать не можем. То есть мы не перейдем к этому правилу. А здесь у нас оно будет точно ложное. Ну, то есть вот эти два правила, они взаимно пересекаются. Кстати, все три правила. Ну, здесь, кстати, не обязательно ставить. Здесь, кстати, можно же убрать вот этот предикат. Потому что если он до него дошел, Prolog, да, Prolog правило просматривает сверху вниз, то значит уже мы можем сказать, что y будет меньше, если больше или равен x. Уже знаем этот момент. Наша quick-сортировка, да, уже не будет наши лишние вопросы задавать. То есть, видишь, сразу же. То есть вот этого точки с запятой уже нет. Там всякие разные оптимизации были сделаны. Ну вот это две лабораторные работы. И во второй лабе нужно сделать либо два отношения. Да, кстати, давайте я открою методичку. Где она тут у нас? Списки обработка, интерпретация. Ну, тоже задано вербальное, словесное, то есть, ну, словесное, да, вербальное описание. Вербальные модели – это модели на естественном языке. Определение такое. Вот определение последовательный элемент, последний элемент списка. Тут есть такие загадочные вещи даже. Последовательность единичек, число которых равно x. Например, кода 3L задает L1, 1, 1. Давайте еще другой интересный, кстати, пример приведу, сложный. Или я просто могу сходу тут, у меня может не получиться, потому что у меня уже не те мозги немного. Люблю этот пример, потому что он был в олимпиадной задаче на втором курсе в политехе. Его никто не смог сделать. И тогда я его не смог сделать. Но я его сделал на третьем курсе, когда полностью Prolog освоил. Мне Prolog позволил первые... там, скажем, 70% всех задач решить за первые 20 минут. Я концентрировался на более сложных. Научиться определять, что числа типа 5, 6, 8, 9, 2 являются числами перевертыша. То есть, если мы его перевернем вверх ногами, мы получим то же самое число. Ну, пускай ПВ называется.
То есть два слова являются словами числами перевертышами. Два числа, это если это 5 и 2, 9, 6, 6, 9, потом 8, оно в само себя переводит, потому что оно центрально симметричное. И можно перевернуть, посмотрим, как получается. Да? Единица. Ну, единицу как палочку, да, будем воспринимать. Если кому не нравится, можете просто убрать это правило. Ну, вроде все. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На других. А, ну, нолик еще. Нолик все время забываю, кстати. Интересно. Ну, вот теперь получается, что... Да, мы определяем слово, обладает ли оно каким-то свойством. Поэтому это одноместный предикат. ПВ, например, число перевертыш. Пустых чисел не бывает, да, поэтому в случае мы такое не рассматриваем. Вариант X. Просто. Значит, когда у нас было является перевертышем. В случае, если ПВ XX. То есть только для тех чисел, которые сами в себя переходят. Если у нас два числа встречаются. X, Y. Ну тут очевидно, да? То есть X, Y. Вот у нас получается здесь. Или 2. 2. Да, это вполне упорядоченное множество с двумя минимальными элементами. Если кому интересно. PVM. Соответственно, X. Теперь более общий случай, когда у нас в хвосте больше, чем один элемент. Тут, кстати, я могу уже. Если теоретически правильно его писать, эту программу, тогда надо здесь написать здесь Y и T, вот так вот. Но тогда у нас программа будет маленько замысловатая. Люблю это слово, кстати. Замысловатая она будет следующим образом. Ну что такое? Значит, надо, чтобы нам в T находилось число, перевертыш относительно X. А это, кстати, Z, это какое-то левое число здесь. Поэтому берем наш этот append, да? Будем использовать. То есть у нас должен быть в конце некоторый y и t. То есть мы должны к некоторому списку r добавить конец y, ну или к y добавить спереди r, так что получился t. Вот. Что за y? Откуда он берется? А он у нас pv x y. Для него справедливо, да? Как математики говорят. И всем становится сразу понятно, о чем они говорят. Ну, то есть y это число перевертыш относительно x. Или пара x. Так. Так, и что такое r теперь? R. PVN. R является числом перевертышем. Вот я написал r. Опять ничего не понятно. То есть какой-то есть t, z и r. Ну, очевидно, что мы же здесь ничего не синтезируем, просто проверяем, да? То есть мы отрезать должны от t сзади y, получаем r. А r это вот наш самый zt. Zt вообще. Ну, из-за того, что мы здесь z это добавили, у нас он теперь сюда должен добавляться. Если бы мы его не добавляли, мы могли бы использовать просто t, но тогда она бы вот с этим правилом находилась. Ну, то есть они унифицируемы, что здесь, что здесь. Но! В результате мы не сможем вывести правильный append здесь, и вот это правило, как бы, вот они... Ну, то есть, они взаимо не пересекаются, да, ну, по своим семантическим свойствам, исходя из логического вывода над ними. Там-то это очевидно, из структуры следует, а здесь именно из вывода. Но мы можем ему подсказать путем вот этих замысловатых структур, чтобы он... А, нет, не будем пока их ставить. Они, восклицательные знаки, они влияют на то, когда... Вот мы захотим в обратную сторону задачу решать, да, как вот здесь вот. Так вот они там будут уже мешать здесь. Ну что, давайте протестируем. То есть PVN. PVN. Какое у нас там число-то было? 5, 6, 8, да? 5, 6, 8. 9. Свол. Ну ладно, давайте будем отлаживать нашу программу. Раз она не хочет работать с первого раза. Ах, как я зол. А, не то нажимаю. Alt-P надо. Значит, первое. Является ли числом перевертышем 0? True.
Теперь 5, 2, true. Ну, x, y тут смысла задавать нет. Вон. Значит, где-то ошибка вот здесь находится. PV, x, y. Можно, кстати, отладчик включить, если хотите попробовать. Сразу графически, да, getTrace. GetTrace, теперь надо этот PVM. PVM. Скажем, 0,0,0. Хотя это, на самом деле, слишком частный случай. Вот у нас тут теперь окна появились. Мы начинаем трассировку. Вот мы дошли. X, x равен z равен 0, да? Xz равен 0. Вот он нашел из этого правила, что он тоже будет равен 0. Дальше. Получается, что у нас... А, ну я нашел ошибку уже вот здесь. Потому что тета, t, он синтез вот этого y, да? То есть вот y где-то в t находится, поэтому сюда мы t не можем поставлять. Все, quit. Continue without debugging. Just a moment, please, это будет r. Да, вот он откуда r доберется. С другой r. Вот и q здесь поставим, чтобы мозг не парить. Я на самом деле это... Пусть число танков равно К. Нет, К мало, возьмем М. Все равно не работает. Почему? То есть на каждой итерации, да, на каждом вот этом, мы должны уменьшать количество элементов. То есть вот здесь вот должно быть на 2 элемента меньше, чем вот здесь. ZQ. Q у нас здесь неизвестная. Если у нас 3 элемента, да, получается 3 элемента, то Q пустой, Z равен 0, вот он, да, вот этот 0 посередине, который. В T должны быть... А, ну да, все правильно. Здесь должно быть ZT. Вот она. То есть мы из них убираем, да, значение. Тут можно переменную опять ставить, V, например, да. Какие могут быть переменные здесь? Ну, здесь, например, А, здесь Б. Пошли решения. Можно найти, кстати, все решения, если хотите. Это делается следующим образом. Find all. Это предикат. Ну, как в любом другом программировании. Программирование начинается тогда, когда на математику начинают забивать окончательно. Мы такие будем собирать списки B, V, A. То есть он создает список L, таких элементов B, V, A. Ну, то есть это будет список списков вот этих цифр. Ну, цифра это список чисел, да, получается. Которых истинно вот это высказывание. Вот. Но это предикат уже такой. Предикат второго порядка, потому что у него в качестве параметра стоит предикат. То есть то, что я вам про структуру там выше говорил, оно не совсем корректно было. В конечном счете. Можно по-другому сделать тут. Вывести все значения. То есть. For all. То есть для каждого этого PVN. Format. Можно вывести на экран полученное значение. Ладно. Просто написать, что есть, и перевести строку. Описать мы здесь будем списки P, P, A. То есть второй параметр это список переменных, которые мы хотим вывести, ну или термов, ну или структур, более общее. У нас всего одна структура внутри него. Ну, это такой формат. Вот, пожалуйста, все решения. Можно, например, там len, да, у нас был уже. Да, len. Написать. То есть мне нужно... Пускай у нас список, некоторый список Q длиной 5 элементов. И вот нам нужно найти все 5-элементные списки, все 5-элементные числа, такие, чтобы они были
перевертышами. То есть где тут искусственный интеллект выражается? То есть мы здесь пишем, что нам надо. Хотя, с другой стороны, конечно, мы сами пишем, что нам надо, да? То есть это не кто-то за нас придумывает. Но у нас есть средства для выражения вот этих вещей. Здесь аналогично. То есть нам нужны пятиэлементные числа перевертыши. Вот он выводит. Дальше я не буду запускать, потому что он зациклится. Потому что Лен зацикливается. Вот эти самые числа. Вот. Можно, в принципе, оставить вот даже вот так. Найти все числа перевертыши, но я не уверен, что она будет правильно работать. О, пошел синтезировать. То есть, смотрите, да, мы здесь программу писали. Давайте я остановлю ее все-таки, чтобы он не убивался в своем старании мне помочь. То есть мы здесь писали программу с точки зрения проверки, является ли число перевертышем, а используем в обратную сторону. То есть найти все такие числа перевертыши, то есть генерировать их. Генерировать решения, там еще что-нибудь. Можно таблицы истинности генерировать. Кстати, там даже проще, потому что он сам по себе язык представляет логические связки. Последнее я вам обещал показать, собственно, практическое приложение пролога. Правда, я сейчас не буду его запускать, потому что там все равно ничего не видно. Значит, у меня есть задача из PDF-документа, представляющий собой рабочую программу, сделать Word-овский документ, зная, что это рабочая программа, что она оформлена в определенном стиле. Значит, это нам предстоит изучать через один семестр, называется язык объектно-ориентированного логического программирования, LogTalk. Вещь мозговыносящая, но тем не менее, в принципе, можно и пользоваться. Значит, вот вы видели предикаты. Предикаты, например, обработки списков, там, быструю сортировку и тому подобные вещи. А теперь мы можем несколько этих предикатов инкапсулировать в один объект. Причем эти объекты можно по-разному создавать. То есть инкапсуляция – это объединение, как бы, ну, как вот. Это именно объектная такая структура, объединяющая в себе состояние и методы, изменяющие это состояние. Оригинально в этом LogTalk'е, это язык LogTalk называется, да, состояние – это, как бы сказать, такая конструкция, которая не присуща прологу. Ну, то есть мы, видите, мы создали теорию, да, потом делаем выводы какие-то или что-то доказываем в этой теории. То есть, в принципе, в прологе можно факты добавлять там, но я просто это не рассматривал, это все можете в лекциях найти. Так вот здесь вот эти объекты, это являются тоже теориями. Это, кстати, такое фундаментальное отличие от, ну, фундаментальное смысловое отличие от объектов, скажем, языка Java, где там понимается изменчивость какая-то, тому подобные вещи. Это вот теории, там, в этих теориях мы можем что-то... Вот при построении теории, при помощи наследования, там, композиции и там еще других инструментов мы можем создавать другие объекты. Вот этот объект, что это у меня программа тест называется, ну, это главная программа. У теста есть здесь предикат, который тестирует мою систему модулей, да, систему этих объектов. И вот здесь нам нужно XML файл, где используется, да, вот он основной тест. Надо же, оказывается, я. Ну, короче говоря, вот мы берем имя. Ну, это, на самом деле, PDF, только в виде XML представленный там, без картинок. Мы взяли, короче, этот PDF. Так, взяли имя файла HTML, куда мы будем записывать. Ну, это веб-страница. Создали. То есть, этот XML является так называемым параметрическим объектом. Ну, это типа функции, но только это функция, которая представляет собой объект. Это довольно тоже интересная штука, она я нигде ее не видел. Ну, не будем пока на нее внимание обращать. Это создается система распознавания нашего... Да, вот мы передаем этот XML в качестве первого параметра. Название файла HTML. А это
Силабус 1 это какой-то глобальный идентификатор, но это мне для другого нужно. Короче говоря, вот мы его запускаем, там внутри него что-то происходит. Вот, при помощи конверта, обработки, и вот можем на экран распечатать то, что получилось. Обработанное. То есть это вот процесс распознавания. Ну а сами правила распознавания, они там состоят из нескольких категорий, так называемых. Правила объединения двух строк в абзаце. Вот это внутреннее представление строк. Ну, как у нас страница PDF состоит из строк просто. То есть там параграфов нету, ну, то есть абзацев. То есть это набор строк. Вот мне нужно из этого набора строк сделать абзац. Вот одно из правил, которое касается только рабочих программ. Кстати, здесь название неправильно. Syllabus – это рабочий план. Syllabus. Ну так вот, я значит, сделал такое правило, что если мы берем текст из первого элемента, то есть вот эти два элемента, они друг за другом идут, рядом находятся. Вот мы берем из первого элемента текст T1 и проверяем, является ли T1 предложением, которое не может заканчиваться так, как оно заканчивается. Ну, например, если у нас в конце предложения стоит слово меньше, чем из трех букв, да, то мы будем считать, что такое слово не является, ну, то есть не может в конце предложения стать. Ну, например, такими словами являются там предлоги, союзы, ну, там или, да, например, и тому подобное. Второе, однако, не может начинаться с некоторых последовательностей. Если есть последовательность символов, с которой предложение не может начинаться, то тогда вот этот lines mergeable будет истинный, и после него там уже другие правила синтетические будут заниматься тем, что два вот этих предложения будут объединяться в один параграф. Вот что здесь интересное, да, то есть вот эта вот syllabus merge, она добавляет к общим правилам, ну, там общие правила сделаны на основе распознавания там начала параграфа, там, концевых строк, и две строки объединяются, если у них начало, ну, то есть то, что с левой стороны, координата начала x совпадает. Ну, и плюс выполняются еще какие-то ограничения. И вот мы к этим правилам добавляем еще правила. Первоначально мы пытаемся запустить правила унаследованные. Вот этот две кавычки, это вызов супер. То есть метода в суперклассе. Ну, кто объектно-ориентированное программирование знает. А это вызов к самому себе. Это все там, это очень непросто, но я потом, у меня будет целый предмет на весь семестр. Причем он у меня сетевой, я буду еще и LIT-шным студентом его читать. Вот, ну вот тут смотрите, то есть строка не может заканчиваться на плюс, минус, там, тире, равно, слэш, тому подобные вещи, даже если там в конце стоит куча пробелов. Вот это конец строки. Это, кстати, регулярное выражение. Вот сегодня речь о них шла. Дальше, второе. Оно не может заканчиваться на URL с двоеточием. Если даже там между URL и двоеточием есть какая-то пустая. Вот, не может заканчиваться на предложение со словами из маленьких букв длиной от 1 до 3 символов, даже если там пробел в конце стоит. То же самое с английским языком. Тут я, правда, не помню. Cannot start, то есть это предложение, которое не может корректно начаться. То же самое здесь. Оно начинается, вот это вот регулярное выражение, начало строки обозначает. Что у нас есть некоторое количество пробелов, включая 0, какие-то символы, и после них идет двоеточие. Причем символы маленькие, да? Ну, знаете, там в учебных программах знать, уметь, владеть, да? Но они спишутся с большой буквы, как правило. Хотя не обязательно. А, кстати, поэтому у меня она и неправильно и работает. Ну ладно, потом мы доделаем. Вот, оно не может начинаться, если у нас две буквы просто латинские спереди стоят. И потом процент почему-то, да. Начинаться с HTTPS предложение тоже не может. Значит, оно где-то там продолжается. Вот, ну, примерно как пролог у нас функционирует. Причем вот это вот, да, у нас не выходит за рамки первой лабораторной работы. Формализация. Ну, а
тот этот кошмар, собственно, объединяющий. То есть здесь, понимаете, у нас здесь находятся правила, которые принимают решения, да, это типа экспертная система такая. А вот синтез, это вот группинг, да, по-моему. Вот мерч, это вот, собственно, две строки объединить, там перечитать их в параметры, причем тут два разных какие-то случая, я уже не помню, какие, або комментарии писать. Это объединение слов. Да, вот он, Lines Mergeable. То есть оригинальная программа, она была очень простая, но она работала очень медленно. То есть у нее была экспоненциальная сложность. Поэтому пришлось заниматься вот этими построениями древовидных структур. Ну, то есть направлять логический вывод. И теперь, на самом деле, вот эта часть, она больше на функциональное программирование похожа. Если хотите, я могу тоже небольшую лекцию тоже провести про язык Haskell и его причуды. Это тоже язык для разработки методов искусственного интеллекта, но там уже не реляционное программирование, а open body. Ну, короче говоря, вот есть пример программы, который реально приносит, ну, по крайней мере, мне пользу. Я сейчас вот у меня задача взять учебные программы, которые в PDF лытишные, для них сделать уточнение этого самого распознавателя и оттуда вытащить всю необходимую информацию и переформатировать рабочие программы под, ну, под нашу кафедру формат. Ну и дальше такая перспектива попытаться взять все учебные программы всех факультетов университета и их загрузить, ну, их вот эти основные данные, то есть тематики, что там изучается и тому подобные вещи. Можно к компетенциям привязать, над ними выполнить различные операции машин-лёрнинга. Вот. Ну, я на сегодня закончил. Правда, это не совсем лабораторные работы получились. Это такая демонстрашка.